Начало новой рабочей недели ознаменовалось очередными кадровыми изменениями в правительстве Тверской области. Свой пост покинул заместитель председателя регионального правительства Андрей Белоцерковский. Напомним, в состав кабинета министров Белоцерковский входил с января 2017 года, где курировал сферы образования, спорта и культуры. Как рассказал в интервью нашему телеканалу, теперь уже экс-зампред правительства, пост он оставил по собственному желанию. Теперь Андрей Белоцерковский намерен вернуться к научно-экспертной работе в Тверском государстве. Университете. Свою работу в составе правительства Тверской области Белоцерковский считает успешной, отмечая, что большинство из поставленных задач Кабмину удалось решить. Взят же у нас такой темп мощный, то есть это может быть так со стороны не видно, но действительно сейчас в области правительства вышло на очень интенсивный темп работы. В принципе, у нас и была договоренность, что мы, хотя даже я временно прикомандированный, основные задачи, которые Игорь Михайлович ставил, в общем, они решены. Ну, а так, по состоянию здоровья, мне лучше вернуться к тому, чем, собственно, всю жизнь я занимаюсь, научно-экспертной работе.